Харьков, 1 марта 2018 год. Вот и пришла она, весна. Этого снега навалило за одну ночь. Вчера в 11 шел с работы, все только начиналось. Сейчас 9 часов утра. Очень низкая лавочка. Матушка природа нам, видать, не родная. Караул какой-то. Самолеты летают. Знаешь, погода летная. Должно проясниться. Манжо-Савьяр. Почистили уже они. Ну молодцы, коммунальщики, конечно. Ночью они что ли работали. Ух ты! Прочистили русло. Я не про удочек. Посрезали все ветки, надо же. С горки удочка катается. Да, почистили серьезно. Перспектива открылась неплохая.